Дорогие товарищи, здравствуйте! Сегодня 17 августа 2024 года, Краснодарский край, Обнинский район. Я нахожусь дома, у меня с ней выходной, суббота, воскресенье, ну, возможно, даже понедельник, вторник. Ну, в общем, жизнь идет, все нормально, все хорошо. Я сегодня даже, видите, не в полураздетом виде, а то некоторым не понравилось, что я тут голый сидел как-то. Ага, потом некоторым не понравилось, что я там семечки плевал. Ну, все, видите, ни семечек нету, я не голый, так что все нормалек, все нормалек. Что я хотел рассказать сегодня? Прошлый ролик, кто видел, я уже сказал, что процесс пошел насчет пенсии моей. Ребята, ну это для тех, кто в теме, кто смотрит меня постоянно, кто меня знает, тому интересно. А кто такой зашел и не понял, о чем я говорю, что тут задет лысый такой разговаривает, что он тут рассказывает. Ну, это не для этих. Это для тех людей, которые мои люди. Ну, вчера я дозвонился до пенсионного фонда в Краснодар. Туда тяжело дозвониться, конечно. В общем, там Сергей Владимирович, который обслуживает Обнинский район, объяснил мне за ту сумму, которая пришла, какая у меня пенсия и все прочее. Я думаю, вам это будет тоже интересно. И остальным, которые особо пенсионеры наши, украинские, которые еще не получили, послушают это с интересом. Мне начислена пенсия, уже выплатили мне июнь, июль, август. Пенсия за 22 года календарных получилась 21 500 рублей. Это за 22 года календарных. Но мне пришли уже из Сыктывкара подтверждение моей службы в условиях Крайнего Севера, а там год за два. То есть у меня получается 33 года там с маленькими копеечками выслуги. Я позвонил и в МВД Краснодарского края, Белкин Игорь Сергеевич мне объяснил, что получил уже мои документы заказным письмом. И говорит, у вас будет отличная пенсия, у вас будет за 33-34 тысячи где-то пенсия в месяц. Я считаю, это будет неплохо, я очень доволен буду такой пенсией, вы сами понимаете прекрасно. Для меня это очень значительная сумма. Ну, кто знает, тот понимает, тот знает, что я не пью, не курю. Значит, от этой суммы не надо 10-15 выкидывать на пиво, на соски и на все прочее и так далее. То есть все 33 тысячи, например, если я получу их, конечно, 30 получу, 28, какая разница, они все останутся в семье. То есть они пойдут на какое-то движение, на какое-то развитие, а не на воздух дымный, на бычки, на пиво вонючее конское. Извините, опять я начинаю за конскую мочу, но не люблю я пиво. Так что, ребята, вот такая ситуация. Выплатили мне с июня, июль, август за 3 месяца, но сейчас ждем справку из Херсона, ну, из Херсона, а с Геническая, с Херсонской области, подтверждение, что я не получал там ничего, не 10 тысяч, вот этих, которые положены и так далее. Тогда мне выплатят всю сумму с 1 июля 2023 года. Так что, ну, я считаю, это будет хорошая сумма. На эту сумму мы можем что-то позволить себе и серьезное купить, приобрести. Вы понимаете прекрасно. Так что, ребяточки, такие у меня новости. Ну, я думаю, вы поняли, что я сказал. Внятно, невнятно, но я постарался объяснить, как смог. Хотя мои коллеги, вообще я в шоке, подполковники, некоторые с выслугой более 30 лет получили по 10 тысяч пенсии. Вообще какой-то, и их сержантами назначили, хотя они подполковник. Ну, в общем, какая-то неразбериха в этой системе. Ну, ребята, как говорил экс-президент Кучма, первый президент Украины, не Кучма, а Кравчук, маємо, що маємо. Имеем, что имеем.
надо разбираться в каждом случае. Я, например, ни с кем не скандалил, ни с кем не спорился, никого не обзывал, честно говорю. Хотя мне тут многие мои коллеги, ну, с российских имею, пиши в прокуратуру, нечего им послабления давать, давай бомби их, елки-палки. Ребята, ну не хочу я, вот честно говорю, я человек не скандальный, я всегда люблю договариваться мирным вопросом, всегда вот это решить. Понимаете, не хочу я скандалов, нервы портить себе и людям и так далее, и все прочее и так далее. Вы меня поняли. Так, что я еще хотел? А, насчет просмотров Ютуба. Ребята, проблемы в России есть. С Ютубом понятен вопрос. Чтобы просмотреть нормально, надо подключить VPN. И все будет нормально, там без никаких проблем. Да, там будет реклама идти. Нажимаете на пропустить эту рекламу, и дай бог с ней эту рекламу. Что такое VPN, наверное, знаете. Кто не знает, обратитесь к своим внукам, детям. Они подключат. Там зайчик. Морковка, нажимаешь на морковку, зайчик побежал. Если зайчик лег, значит VPN подключено. И тогда можно смотреть без никаких проблем в Ютубе. Что еще хочу отметить. Есть у меня такая подписчица Ольга Владимировна. Она каждый месяц высылает нам по 1000 рублей. И сегодня в 3 часа ночи пришло. Олечка, спасибо, дорогая моя, спасибо. Уже, может быть, и не надо, конечно. Мы-то не откажемся, естественно, ребята. Ну, какие проблемы. Тем более, эти деньги идут на особый счет, как говорится. Это деньги донатовские, они используются по назначению. Кстати, мы уже отправили денежку в одну группу на поддержку курдских беженцев. Ну, в Курске там проблемы. Это ужас, конечно, ребята. Я никогда не радовался никаким смертям, никаким бомбежкам. Кто-то, ура, нас там, ура, мы им тоже. Ребята, вы или больные, кто радуетесь, или дурные. Вы не понимаете, чему вы радуетесь. Вы подкидываете дровишек в огонь, который распалили пиндосы с наглосаксом. Ребята, не забывайте о золотом миллиарде, который они хотят оставить. Они хотят нас уничтожить. И Украину, и Россию, и всех прочих. Ну неужели? И вы радуетесь, думаете, ура, вот зашли, мы им показали Курской области. Ребята, это все временное. Все это будет зачищено, просто зачищено ценою жизней нормальных пацанчиков. Молодых тех из той стороны. Понимаете? Но если я еще российскую сторону понимаю, украинскую я вообще не понимаю. Там, как вот этот плуг в деле и прут куда-то. Прут. Мы за свою землю. За какую вы свою землю? Бараны вы, блин. У меня нет слов для выражения. Ну ничего, ребята, не будем о грустном. Кажется, я все, что хотел сказать, вам сказал. За пенсию сказал. Ольгу Владимировну поблагодарил. Олечка, спасибо, дорогая моя. Звони, Оля, звони. Там же телефон есть, позвони, елки-палки. И у нас будет обратная связь с тобой. Ну что ж ты так вот, елки-палки, стесняешься? Не стесняйся. Видите, я даже с ней побрился. Хотя я обычно бреюсь в воскресенье вечером на понедельник. Ну, с учетом того, что у меня 4 дня выходных, не хочу заросшим ходить, конечно. Я не люблю быть заросшим и не люблю бриться. Понимаете, в чем вопрос? Вот такая дилемма. Как быть, ребята? Вот подскажите, как быть? Ой, и хочется, и колется, и мама не велит. Так, ну, кажется, все, ребята. Все, давайте. Будьте здоровы, а то я слишком увлекаюсь. Уже 10 минут скоро будет. Будьте здоровы.